В этом году конкурс установил новый рекорд по количеству стран. Мы получили около 5000 работ из 76 стран мира. Φέτος ο διαγωνισμός είναι ένας νέος ρεκόρ. Έχουμε λάβει 5.000 έργα από 76 χώρες. На выставке, которую мы открываем сегодня, представлено несколько десятков работ фотографов из разных стран. Из Греции, России, ЮАР, Италии, Венгрии, Сербии и других. Στην έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα έχουμε μερικές δεκάδες έργα από φωτογράφων από την Ρωσία, την Ελλάδα, Ιταλία, Νότια Αφρική και άλλες χώρες. Работы победителей мы показываем в России и в других городах и странах. В планах турне этого 2017 года остановки после Афин в Шанхае, Варшаве, Мадриде, Кейптауне, Йоханнесбурге и Мехико. Στα σχέδια αυτής της περιοδίας είναι οι στάσεις με τα πλάνα στη Σανγκάη, στο Ιωάννεσμπουργκ, στο Μέξικο. Главная цель нашего конкурса – поддержать молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. Ουσιαστικός σκοπός του διαγωνισμού μας είναι να στηρίξουμε νέους φωτογράφους στην προσπάθειά τους να κρατήσουν νέα ύφη στην τέχνη τους. Мы не только открываем для зрителей новые имена, мы также предоставляем возможность фотожурналистам обрести новую аудиторию и получить с ней обратную связь. Мы не только приглашаем в кино новых фотографов, но также и фотографов даем возможность обсудить в кино и новые сколья. И как куратор конкурса я очень надеюсь, что после нашей выставки мы сможем нашей выставкой привлечь внимание молодых фотографов Греции, и в следующем году мы получим еще больше прекрасных работ. И ως συντονίστρια του διαγωνισμού, ελπίζω πάρα πολύ ότι θα προσελκύσουμε και Έλληνες φωτογράφους και έτσι το χρόνο θα έχουμε περισσότερα έργα από ταλαντούχους φωτορεπορτέρ. Спасибо большое.